убили и закопали. В Кяхтинском районе 17-летнюю девушку задушили за отказ вступать в интимную связь. Несовершеннолетняя в компании молодых людей 21 и 25 лет распивала спиртные напитки на берегу Селенги, неподалеку от села Хранхой. Один из парней предложил ей вступить с ним в интимную связь, но получил отказ, после чего жертву задушили и закопали в лесу. Преступники задержаны, возбуждено уголовное дело. Липовая операция. В Улан-Удэ возбудили дело на заведующего детским хирургическим отделением БСМП. В декабре 2015 года по его указу были оформлены фиктивные медицинские карты двух больных на проведение операции. По факту медицинские операции не были проведены, а указанные лица на лечении в это время не находились. Возбуждено уголовное дело. Дерзкое ограбление. В Улан-Удэ в жилом доме на проспекте Строителей взорвали банкомат Бинбанка. Взрывом вырвала дверь банкомата, повреждены стены, полностью выбиты стекла. По данным следствия, грабители использовали газовоздушную смесь. Пострадавших нет, количество преступников и сумма ущерба не разглашается. Ведется оперативная работа.